Здравствуйте, дорогие друзья, с вами интернет-канал Максимадзе. И сегодня мы будем с вами играть в Hello Neighbor Alpha 3. Alpha 3, мы, так скажем, продолжаем изучать историю развития игрушки Hello Neighbor. Кстати говоря, меня давно просили в Hello Neighbor 2 еще поиграть. Надо бы этим заняться. Перед этим надо бы тщательно изучить игру, мне, я считаю. А то буду на каждом шагу тупить. И томительно будет. Надо посмотреть. Она у меня уже скачанная и стоит на установленная. В Стиме скачанная. И, собственно говоря, я ее запускал там пару раз, но не проходил. Короче, вот эта Альфа 3 вышла в 2016 году, 22 декабря. Я у себя на странице ВКонтакте еще об этом новость публиковал в то же самое время. Ну и, собственно говоря, сегодня мы с вами на нее посмотрим и это самое... Поговорим о фактах этой версии и все такое. Пройдем. Во-первых, эта альфа происходит в темное время суток. К сожалению, только в темное время суток. Что не очень удобно. Поэтому нам придется обязательно фонарик взять. Это дом нашего главного героя выглядит так же, как и в Альфе 2. Правда, дверь стала одна. Вот здесь. Была двойная раньше дверь. Здесь есть переключатель. Рубильник, если мы вырубим свет у себя дома, то мы обратно его включить не сможем. Поэтому делать этого не будем. Так, вот здесь не очень удобно, если честно, ориентироваться. Тут еще гроза, правда, без дождя почему-то. Да, ничего вообще тут не видно. Дом так просто наш не поедет. Кровать из первой альфы, но на ней спать нельзя. Она просто для красоты тут стоит. Здесь это. Блин, ничего вообще не видно. Вот ничего не видно. Без фонаря тут ничего не найдешь. Факт то, что у дверей появилась физика. Также новый звук открывания. До... В предыдущих альфах физики двери не было, они исключительно открывались туда-туда, анимации. Тут уже они имеют физику. Изменилась текстура окон. Дом соседа стал вот таким вот огромным. Он доступен, конечно, не весь, там много чего еще добавлять надо будет, что потом разработчики, собственно говоря, и сделали. Мельница там даже есть. Потом у нее текстура на нереалистичную поменялась. Менее реалистичную, по крайней мере. Дверь подвала уже видно там. Там даже есть подъемник. Висящий контейнер, который в будущем будет связан с геймплеем. Там будет игра на кладовку. Кстати говоря, о мини-играх. В файлах Alpha 3 есть несколько карт, которые надо как-то через Unreal редактор запускать. Я так и не разобрался, как это делать, поэтому я их вам не покажу. Но там среди карт есть Альфа 2 оригинальная. Самая настоящая Альфа 2, правда, с текстурами, смененными некоторыми.
в связи с тем, что он окна поменялись там и все такое. А так там будет полноценная Альфа 2. Также карта мини-игра со школой, которая в будущем появилась уже в Альфе 4, которая появилась аж спустя несколько месяцев, 4 мая 2017 года. И, собственно говоря, ну там были не манекены, а клоны главного героя нападали на нас. Также была мини-игра кладовка. Почти, кстати, доделанная кладовка была уже. Так, давайте уберем коробку отсюда. Пораскидано уже все. Я не знаю, кто это все раскидал. Я, по-моему, не разбрасывал. Ну, давайте уже погнали изучать дом соседа. Во-первых, первое, что надо найти, как вы видите, что здесь темно и ничего не видно. Надо фонарик достать. Без фонарика тут хрен что найдешь. Консоли. Консольных команд. Консольной строки, которая была в Альфе 2 при активации на клавишу Е. Здесь нету. Поэтому один чувак с ником Greenhouse что-то там 13. Я не помню, как правильно у него ник называется. Так, вот здесь находится магнит, его надо взять. Он очень понадобится. Дверь, ведущая в никуда. Так, надо вот сюда, во-первых, проникнуть и включить вот этот генератор. Давайте уберем стул, за всякий случай. Изменение также коснулось то, что и искусственного интеллекта соседа. Теперь он видит фонарик игрока, когда тот включен. Что и из-за чего игра становится существенно сложнее. Здесь есть рубильник. Ну и, собственно говоря, вот этот дом уже стал домом для финальной версии игры, окончательного. Конечно, он там изменялся, дополнялся. Здесь доступно всего несколько... Меньшая часть комнат здесь доступна. Здесь 6 этажей, а не 8, как уже было в финальной версии, как уже в Альфе 4 появилось. Здесь доступно пока только первый и второй. Ну, еще третий, можно сказать. На всех остальных этажах ничего нету. И естественными способами туда не попадешь. Ладно, погнали уже проходить. Там рубильник есть, но ничего не включает. Здесь так же, как и во второй Альфе, надо ключ-карту найти и найти лом. Да. Надо как-то тактику прорабатывать. А, вот еще. Сосед теперь будет кидаться клеем. Появился в игре клей, если на него наступить, то будешь медленно по нему идти. Также была убрана анимация, как сосед закрывает дверь. И открывает тоже. Капкан поставил. Вот козел, а. Никаких мини-игр пока здесь еще нет. Они появятся позже. Да еб... Я хотел отвлекающий маневр провести. Эти запасы клея можно найти в одной из комнат. Кстати, мы в этой комнате уже с вами были. О, он туда пошел? Отлично. У нас есть возможность пробежать туда. Здесь лифт, но он пока написано out of order, не работает. Также было бы неплохо открыть вот эту дверь. Она в будущих версиях ведет мини-игру со школой.
Заткнись. Но здесь пока она ни к чему не ведет. Она ведет к быстрому входу, что нам очень пригодится во время прохождения. Здесь картина в будущем появится. Вот сюда перескакиваем. И рычажок этот открывает дверь. Но мы не будем ее открывать, потому что сосед иначе может нам помешать. Так, и вот здесь уже одно из сложных мест, которое облегчили в будущем. Так, ну, бояться нечего, сосед сюда никак не попадет. Вот здесь вот должна быть это... кусок пола, в общем. А вот сейчас туда трудно будет прыгнуть, но я но надо попробовать. Эх, получилось, получилось. Обалдеть. И здесь лежит ключ, и мы магнитом берем его. Магнит в следующих версиях перемещается прям туда вниз. Надо будет кинуть в рычаг какой-нибудь мелкий предмет. И тогда можно будет достать магнит и, соответственно, ключ. Так, коробочка вряд ли нам пригодится. Здесь желтый замок также. Желтый ключ находился в будущих версиях прям тут, на коробочках. Здесь он находится над дверью, над входной дверью. Там рычаг будет, короче, на потолке. Надо будет то ли предмет кинуть, то ли само как-то коснуться рычага, чтобы открылось, чтобы открылся шкафчик, где лежит золотой ключ. Если мы туда еще пойдем, то я покажу. Так, надеюсь, сосед сюда не пойдет. Где замок? Я не вижу его. Вот он. Здесь в будущем проход появился. Здесь есть лифт. Но прежде чем мы сюда попадем, нам надо еще кое-что сделать. Здесь вот такой вот рабочий лифт. Еще здесь есть проход вот сюда. Здесь находится ключ-карта. Эта комната стала в будущем комнатой, где день рождения, короче, там был. Сосед такое чувство, что застрял где-то. Надо нажать на этот рычаг и быстро туда. Мчаться, как ветер. О! В последнее мгновение успели пробежать. Надо ружье, короче, тут взять. Так, убираем отсюда стул. Тут ванна, короче, но тут ничего нет. Дверь такая вот. Из-за того, что там открыто это, та комната с лифтом открыта, сосед может попасть и сюда через дырку. Решетку мы все равно открывать не будем, потому что это все равно будет задерживать соседа, если он сюда пойдет. Так, чтобы видеть, чтобы было видно рычаг, надо поставить сюда светильник. Одну коробочку надо с собой взять. А, нет, зачем нам коробочка? У нас же ружье есть. Да, блин. А почему лифт тут без нас уехал? Ничего вообще не вижу. Сосед застрял, по-моему, в текстурах. Где-то. Так, эта дверь закрытая. В будущем там мини-игра будет. Вышибаем стекло и прыгаем туда. Там
там комната в будущем будет. Сейчас там комната пустая. Вот многие игроки, когда проходили эту версию, мучились, проходя здесь паркур. Да попади ты туда, ё-моё. О. Но есть способ проще. На эту лестницу запрыгнуть. Все? Успокоился сосед? Как долго? Вот эти окна вышибить, и надо постараться, короче, запрыгнуть в них. Надо как-то подойти к ним, что ли. Дайте-ка фонарик сюда. А, вот, все. И, короче, прям с крыши запрыгнуть сюда. И здесь ломик находится. Так, вышибаем окно. Начинается следующая версия с Альфа 4. При падении с большой высоты уже урон получать игрок будет. Но об этом мы поговорим в ролике про Альфа 4. Вот что еще есть на карте? Во-первых, там город типа есть, светящийся. Там надпись Welcome to Alpha 3. Там можно также найти супермаркет. Если бы у меня бы сейчас был бы тренер. Тренер, который позволяет телепортироваться сквозь текстуры. Но у меня его нету. Сейчас, к сожалению, не устанавливал. Но можно реально найти много чего интересного. Церкви пока что здесь нет. Потом появится. Но тут уже есть и супермаркет, там заправка какая-то есть. И завод он там. Там есть, может даже оттуда увидеть. Ну давайте откроем дверь. Ой, куда ж ты нажал-то? Ладно, ключ нам больше не понадобится. Так давайте отвлечем соседа, стрельнем в какое-нибудь окно. Надо было в другое стрелять. Не туда я стрельнул сейчас. Ладно, в другое стрельнем окно сейчас, которое с другой стороны находится. Так, вот это его наверняка уже отвлечет. Так, и подвала, к сожалению, здесь нет. Мы попадаем в такую комнату. Это типа гостиная. Там ядерный свет. Есть какой-то кусок QR-кода. Также, если заглянуть в эту дверь, мы увидим тень вот. Первое появление тени в этой игре — это треть Альфа 3. Потом она и в следующих частях появится. Так, тут плачущий сосед. Если мы к нему подойдем, то игра заканчивается. Такая вот Альфа. Очень интересная Альфа. Сначала была новость о том, что после этой альфы уже будет уже полная версия игры. То есть никаких версий больше не будет. Но нет. 4 мая вышла это самое альфа 4.
В июне 25-го, по-моему, вышла бета-версия первая, потом вторая, третья вышла, ну и потом уже финальная версия. На все эти версии тоже будут видео. Ну а на этом мы закончим. С вас лайкус, подписывайся с меня, эпичный видос. Подписывайтесь на этот на стримовский канал, чтобы не пропускать прямые эфиры. И на группу ВКонтакте тоже. И всем пока.